Сэкономил клиенту деньги, заменив только стекло на Apple Watch 6. Я делаю надпилы, чтобы не повредить матрицу, и кладу экран на разогретую плиту 90 градусов. Тонкой струной срезаю старое стекло и зачищаю остатки клея. В чистой комнате под лампой убираю пылинки и центрую новое стекло. Кидаю в пресс, а после убираю остаточный воздух, проверяю изображение и приклеиваю на полиуретановый клей. 1,5 часа можно выдавать клиенту. Ставь лайк и подписывайся.